Обзор нашего типового дома FP3 Estery, который завтра мы отдаем. Тенденция последнего времени. Как только ты делаешь благоустройство территории, хоть какое, как только ты делаешь в доме ремонт, приходит покупатель, первый или второй, говорит, я его хочу, сколько денег. Итак, дом находится на участке 8 соток. Хочу для вас сделать такую вот посадку, чтобы вы сориентировались и поняли, что здесь еще есть место для небольшой бани, место для парничка, место для террасы, место еще какое-то сделать красивое насаждение. Плюс эта зона, и от нее тоже никто не отказывается. И парковка на 2 автомобиля легко. 8 соток. Напоминаю вам, что дом площадью 106 квадратных метров. В нем 3 спальни, 1 мастер. Сейчас я вам покажу. В стандартную комплектацию входит такое вот крыльцо. Крыльцо выполнено из металлических... Как это правильно называется? Из металлических швеллеров. Это цельный поликарбонат, достаточно плотно, его не поведет, хватит надолго. В качестве декоративных вставок используется дерево. Это планкин, лиственница, класс А. Дверь с терморазрывом. Заходите, пожалуйста, в фойе. Тамбур. Вот здесь можно сделать шкаф. Щиток спрячется в шкаф. Сразу же по правую сторону котельная. Котельная с двумя котлами. Наша классическая котельная. Мы всегда делаем примерно так, чтобы вам потом ничего не пришлось переделывать. Здесь в этом углу предусмотрен слив и вывод воды на случай, если захотите сделать, не знаю, ванну для мытья лап собакам или поставить дополнительный рукомой. Вытираем ноги, проходим в коридор. Налево пойдешь, попадешь в кухню-гостиную. Кухня-гостиная 36 квадратных метров. По проекту здесь предусмотрена кухня в этом углу. С раковиной под окном, как это сейчас модно. Вытяжка, в зависимости от того, в какую часть попадет у вас плита, можно сделать отверстие в стене и спокойно уйти на вентиляцию. Мягкая зона и выход на террасу. Террасу, благоустройство, все можно сделать так, как мы делаем на соседнем участке. Соединить отмостку с площадью под террасу будет, под террасой будет хорошо. Так недавно сделано у нас на участке в Песках. Дальше, 3 спальни. Напомню вам, что это дом, это небольшой дом, 106 квадратных метров. Он легко вмещается в стандартную ипотеку до 12 миллионов рублей. Спальня номер 1, 10, практически 11 квадратных метров, детская. Спальня номер 2, такая же, но немножко смещено окно относительно стен, тоже в районе 10,5 квадратных метров. Санузел общий. Инсталляция, раковина, окошко, душ. И мастер-спальня. Здесь мы ставим кровать. Здесь у нас на самом деле в этом доме все окна в пол. Все они открываются и в принципе через каждое из них можно выйти и зайти. Свой небольшой гардероб и своя небольшая ванная комната. Этот угол мы оставили свободным для того, чтобы клиент сам решил, сделает он здесь ванну в строительном исполнении или поставит душевую кабину, неважно. К дому подведена вода, в доме установлены все сантехнические приборы. Дом реально мы завтра отдаем. Сегодня последний день, как мы сюда зашли, для того, чтобы, ну что ли, попрощаться с ним. На самом деле, даже какая-то маленькая грусть, небольшая печаль, потому что мы так привыкли им пользоваться. Я даже не знаю, как мы теперь будем без него. Но у нас вот по этой улице, раскрою вам небольшой секрет, через 3 дома, через 2 дома живет Мария, а там еще через 1 дом у нас будет настоящий шоу-рум, который мы уже точно не будем продавать, который будет для вас, чтобы вы зашли, посмотрели, как это может быть с благоустройством, с навесом для автомобиля, со всеми делами. Финстрой панель качает. Дома.